В Набережных Челнах 551 семья числится в органах МВД как неблагополучная. Из них только за первое полугодие 2014 года обрели этот статус 222. Сегодня эти данные привели на брифинге в УВД, а также назвали количество челнинцев, не выполняющих должным образом свои родительские обязанности. За это было привлечено к административной ответственности 818 человек, возбуждено 20 уголовных дел. Кроме того, за полугодие выявили 25 случаев жестокого обращения с детьми и даже один факт угрозы убийством. Полиция периодически проводит реабилитационные мероприятия, но порой этого недостаточно и приходится идти на крайние меры. В настоящее время у нас за истекший период 2014 года уже 15 детей изъято из семей. Значит, после того, как с родителями проводится работа, профилактическая работа, в некоторых случаях эти детишки возвращаются обратно в семью,